А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать канал Ivory. Здесь ты сможешь найти действительно много интересных видео. Он рассказывает истории различных игр, также делает и снимает интересные факты также о этих играх и, в принципе, многое другое. Вы действительно сможете найти тут много всего интересного и, самое главное, познавательного. Поэтому ссылочка на него в описании. Если ты заинтересован, заходи, подписывайся. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать открывать кейсы, как в CSGO, но только в Майнкрафте и только с покемонами. Мы будем это делать на моих серверах, ребята, если вы хотите со мной поиграть или просто-напросто поиграть с другими игроками и также против них сразиться, то ссылочка на мои сервера в описании, ребята. Заходите, играйте, я буду вас очень сильно ждать. А я, ребята, вам говорю спасибо, мы все-таки не набрали 1200 лайков, поэтому большое открытие, к сожалению, пока что откладывается. Я не говорю, что надолго, может оно даже в этом, на этой неделе будет, да, ребята. Но если вы хотите видеть следующую часть открытия кейсов завтра, точнее во вторник, а не через месяц, то все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Ведь если мы наберем 800 лайков на вот этой серии, я вам обещаю то, что завтра же выйдет следующая серия открытия кейсов. Я вам, ребята, обещаю, если я не выпущу серию, а мы лайки наберем, вы можете написать мне ВКонтакте, чтобы я добавил вас в друзья и также расписался у вас на стенке. Да, ребята, также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео, если вы хотите со мной пообщаться, потому что я отвечаю на вопросы своих подписчиков, если не веришь, что ты можешь проверить. И также, ребята, не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, подписывайтесь, я буду очень сильно этому рад. А мы сразу же приступаем к открытию кейсов. Кто не знает, мы открываем по 3 кейса стандартно, это в том случае, если у нас небольшое открытие кейсов. В большом открытии кейсов мы открываем по 20 кейсов. У нас есть 4 кейса, и мы открываем по 20 с каждых кейсов. Сейчас мы будем открывать только по 3. 3, 3, 3, 3. То есть в сумме 12 кейсов. 3 серебряных, 3 золотых, 3 алмазных и 3 изумрудных. Мне кажется, уже все знают, что такое. С серебряных выпадают обычные покемоны. То есть... Да! Честное слово, офигеть! Вот кого я ждал, ждал это Винаута. Я каждую серию говорил то, что с обычного серебряного кейса я хочу то, чтобы нам выпал Винаут. И вот он, ребята, выпал. Наконец-то, твою мать. Нам уже даже Шайни Лугия выпала, но Винаут никогда не выпадал. Это первый раз, когда он нам выпал. Да, офигеть, как я долго этого ждал, ребята. Это круто. Это круто, но давайте тянуть не будем, давайте сразу же приступаем. Но... Знаете, кто нам сейчас, кого нам сейчас не хватает, чтобы у нас была полная коллекция вот этих покемонов, которые выпадают из серебряных кейсов? Это Shiny Jinx и Shiny... И там еще кто-то есть. Shiny Jinx это 100%. Вот Shiny Dweeble нам выпал. А Shiny Jinx... И сейчас, дайте я, может, быстренько так увижу, может, кто-то промелькнет. И Шайни Сваблю. Во, вспомнил. Нам еще никогда не выпадал Шайни Сваблю и Шайни Джинкс. Если бы в этой серии нам не выпал Шайни Винаут, значит и Шайни Винаут. Но он все-таки, ребята, выпал. Он все-таки выпал. Ну, Шайни Мачоп, он, в принципе, нам уже, если честно, вроде там раз так 105 выпадал. Но все же я вам его покажу. Да, ребята. Следующий кейс это... Это золотой, конечно же. Золотых кейсов нам выпадают шайни стартовики. Я не знаю. Но я бы, если честно, очень хотел того же шайни Маткипа, хоть он нам один раз выпадал, но он все же очень ценный. Нам, мне кажется, все выпадали. Шайни Шавот нам выпадал, шайни Пиплок нам выпадал, кто-то да, выпадал, Маткип выпадал. Шайни... Вот шайни Снайви... Я не знаю, ребята, вот честное слово, Шайни Снайви, Шайни тот и дал, вот не успел я сказать, кто нам не выпадал, и вот он выпал. Шайни Тотодайл. Шайни Снайви я не знаю. Вот есть такое... Почему-то у меня есть такое ощущение, то, что она все-таки один раз нам выпадала. Один единственный раз. Больше вроде таких случаев не было. Но... Я не знаю. Я не знаю, ребята. Посмотрим, кто нам выпадет сейчас. Кто нам выпадет? Шайни... А Шайни Типпик нам выпадал? Шайни Синдоквилл нам выпадал? А выпадал ли нам Шайни...
Торчик, Чимчар, Типиг. Синдаквил. Я не знаю, честно. Сейчас вряд ли я буду тут... Вот Торчик есть, Типиг есть. Чармандер есть. Вот мы сразу же нашли Торчика, Типига. Шайни Пичун у нас даже есть. Вот Шайни Чимчара я не вижу. Вот еще Торчик есть, Шайни Маг... Нет, все-таки есть Шайни Чимчар. Все-таки Шайни Чимчар у нас, ребята, есть. Я не знаю, честно, ребята. Я не знаю. Вот что я нафиг забыл сказать на начале серии. То, что если мы наберем 800 лайков, вы знаете, то завтра 100% выйдет новая серия, если мы наберем 800 лайков. Но все же, если вы хотите грандиозное открытие кейсов по 20 кейсов, то есть 20 серебряных, 20 золотых, уже не трико, ни хрена себе, 20 золотых, 20... алмазных и 20 изумрудных, то есть в сумме 80 кейсов, которые мы будем открывать около 1 часа, если вы хотите часовую серию открытия кейсов. Ребята, если мы наберем 1200 лайков, допустим, за сегодня, за завтра, ну, за сегодня, за завтра, то я вам обещаю то, что послезавтра 100% выйдет новая серия открытия кейсов. Она будет длиться 1 час, и мы в ней откроем 80 кейсов. Да, ребята, в принципе, я, во-первых, я буду очень сильно этому рад, честное слово. Ну, а во-вторых, вы просто-напросто тоже со мной будете участвовать в большом открытии кейсов. Мне кажется, это реально будет очень даже круто. Но мы приступаем к алмазным кейсам. Да. С них выпадает, вы знаете, что с них выпадает, да, ребята, вы, конечно же, знаете. С них выпадают редкие шайни-покемоны, то есть такие, как Риолу, Дратини, Иви, ну, Крайогонал нередкий, но все же я его показывать даже не буду. Поэтому мы сразу же приступаем к следующему кейсу. Также тут шайни Хундур выпадает, Хундур, да, или так, как я назвал его в своем сезоне, да, Хундур, только, ну, немного поменял, да, но все же, кто нам выпадет сейчас? Шайни Гастли, ну, в принципе, почему бы и нет, шайни Гастли нам уже вроде выпадал 1-2 раза, но он реально очень даже крутый, вот, там, пукает всякими там спецэффектами. Прикольный покемон, прикольный, пускай даже будет дальше в нашей коллекции. Ну, кто нам не выпадал с этого кейса, я знаю то, что 100% Риолу, ребята, Шайни Дратини нам выпадало, я это прекрасно помню. Шайни Ликит нам не выпадал 100%, Шайни Хундур и Шайни Риолу, это 1000000%, кто нам не выпадал, это 1000000%. Шайни Ликит... В принципе, ну пускай будет. Вот Шайни, мы приступаем к изумрудным кейсам, да, с которых выпадают легендарные Шайни покемоны. Вот от предыдущем кейсе нам 100% не выпадало Шайни Риолу и Шайни, как я уже сказал. Кто? Шайни Хундур, вот, я забыл. Кто нам выпадет с этого кейса? Я бы хотел очень шайни Суйкуна. Я не знаю, я прям балдею от этого покемона, если он шайни. Да, в принципе, шайни Риолу пускай будет. Не шайни Риолу, Райкоу выпал. И шайни Райкоу или шайни Энтей. Я бы охренел, если честно. Я сейчас кому-то тут мотики надаю, мотики, коломотики. Все-таки Райкоу, ну пускай будет. Пускай будет, кто-то сейчас мутик получит, если он еще раз матюкнется в чат. Я обещаю вам, ребята, мы приступаем к следующему, точнее ко второму изумрудному кейсу. Ну что вам сказать? Ну, Шайни Мью... я вам покажу, но Шайни Мью нам уже реально много раз выпадало. Текстурку бы теперь поменять вообще бы охрененно было бы, но кто-то, я вижу, не очень хочет менять. И у нас последний изумрудный кейс. Последний изумрудный кейс. Кто же нам выпадет, ребята? Как вы гадаете, как вы думаете, кто же нам выпадет? Да. Какабдус. Какабдус нам выпал, но я его сразу же, наверное, сейчас... Хотя, в принципе, давайте вот так. Шайни Мью, ну, наверное, самый ценный покемон, который нам выпал, это Шайни Винаут и Райкоу. Для меня, лично для меня, потому что Шайни Винаут нам еще никогда не выпадал. Я не знаю, выпадал ли нам когда-то Райкоу. Я думаю, что нет. Я думаю, что Райкоу нам никогда не выпадал.
У нас есть Энтей. Я не знаю, Шани ли это Энтей? Твою мать. Нет, это не Шани Энтей. Потому что если бы был Шани Энтей, у него бы спукана звездочки там летели. Но это не Шани Энтей. Вот еще один Энтей. Может, это Шани Энтей? А вот это Шани Энтей. Да, ребят, у нас есть Шани Энтей, ни хрена себе. Значит, в предыдущих от 3 кейсов я все-таки выбил Шани Энтея, я уже просто не помню. У нас есть Райкоу. У нас есть Шани Райкоу, ребята. Значит, я и Шани Райкоу выбивал. Офигеть. Вот 100% кого не хватает, это еще Шани Суйкуна, но я вам точно могу сказать, что Шани Суйкуна у нас нету. У нас мог бы быть вроде обычный Суйкун, если бы я его сейчас хорошенько поискал. Но я его вряд ли сейчас найду, Энтей. Вот обычный Суйкун мог бы все-таки присутствовать. У меня почему-то складывается такое ощущение, то, что мы его все-таки когда-то выбивали, но я его вроде не вижу. Значит, у меня ложное ощущение. Но все-таки нам остался Шани Суйкун, который нам еще никогда не выпадал. Да, в принципе, обычный Суйкун никогда не выпадал. Грудон и Шани Грудон. Селеби, вроде Селеби у нас есть. Селеби у нас вроде есть. И Шани Селеби у нас есть. Вроде. А нет, у нас есть Сваблю, ребята. Все-таки я ошибся. Сваблю нам выпадало. Значит, единственный покемон, которого нам не хватает, которого у нас нету с серебряных кейсов, это Шани Джинкс. Да. После этого у нас будут все покемоны. Да, в принципе. Ну ладно, ребята, мне кажется, давайте уже действительно на этом будем заканчивать. Я буду очень сильно рад, если поставите лайк. Я сразу же вам говорю спасибо за просмотр тем, кто досмотрел это видео до конца. Я еще намного более благодарен, но не забываем оставлять свои лайки. Так как я уже сказал, если мы наберем сегодня 800 лайков, я вам обещаю то, что завтра выйдет следующая серия открытия кейсов. Да, во вторник, да, то есть стандартное открытие кейсов. А если мы все-таки постараемся наберем 1200 лайков, я вам обещаю, что у нас будет часовая серия, это во-первых, и в этой серии мы откроем 80 кейсов, всех по 20, да, 4 кейса, каждый по 20 штук. Поэтому, ребята, если вы хотите большое открытие кейсов, поставьте лайк, я буду очень сильно этому рад. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь с своими подписчиками, если ты не веришь, что можешь, в принципе, это проверить, оставить свой комментарий под этим видео и увидишь то, что я на него отвечу. И также не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я бы вот тебя и тебя и тебя хотел бы попросить на меня подписаться. Если ты еще этого не сделал, я буду действительно очень сильно этому рад. Ну и ты, в принципе, станешь моим другом, потому что ты станешь моим подписчиком. Да, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.